Магики, зацепи, а может я? Вот тебе и весь клуб. Место танцевать мне. Повода радоваться, наверное, есть, а может быть и нет. Столько времени я пытаюсь вроде как и бодрить, и веселить всех. Вроде пытаюсь быть полезной, несмотря ни на что, несмотря на то, что можно быть полезной, но не иметь средств существования, да? Я в любом случае пытаюсь быть полезной, вот. Но как быть дальше, я не знаю. Самое страшное во всем этом, это именно то, что ничего не понятно. Непонятно, что это. Да? Кто-то считает, что это коронавирус. Ну, я, например, не считаю, что это коронавирус. Какая-то эпидемия, пандемия и так далее. Мне, наверное, тяжелее в этом плане, потому что я не верю, не понимаю. И когда я испытываю вот это состояние неизвестности, неопределенности, нелогичности, я нахожусь просто в полном ступоре. Реально в полнейшем ступоре. То есть я, как уже говорю, если бы, допустим, бомбили, было бы понятно, что надо бежать там в бомбоубежище, не знаю, там... вытаскивать раненых там из каких-нибудь там траншей, вот. Ну, то есть можно было бы понять вообще, что делать, а сейчас просто непонятно, чем заняться. Вот, ходить, носить, может быть, бабушкам с дедушками какие-нибудь продукты, отвлекать себя от этих мыслей, но, блин, надо... все-таки понять, зачем смысл этих вот каких-то хаотичных действий. Там кто-то пытается спасать бизнес, если честно, да, уже смотришь на все эти ленты, как тебе там, еще кризис не прошел, тебе уже антикризисное управление какое-то предлагают. Вот. Но это такая ерунда, мне кажется, что когда идет цунами, сидеть и заниматься бизнесом как-то странно и глупо. Может быть, я ошибаюсь, но у меня вот именно ощущение такого надвигающегося цунами. И если бы, допустим, я знала, что это цунами, точно, что это цунами, я бы понимала, наверное, хотя бы там, ну, настроилась бы, наслаждалась бы там последними минутами. Так вот и непонятно, последние ли это минуты. Ох! Короче, в общем, ребята, все непонятно. Настроение сегодня сдулось окончательно и бесповоротно. Я не знала, что я так быстро сдуюсь. Я думала, я мужик, я орел. Я так привыкла бороться за живучесть. Итак, блин, всегда, наверное, даже как-то... гордилась тем, что я не унывайка такая. Вот. А к данной ситуации я оказалась не готова. Если бы, повторюсь, была бы, допустим, война бы и бомбежка, я думаю, что я бы смогла бы собраться с духом. Если бы я верила в коронавирус, как многие счастливчики, вот они счастливы, реально, они счастливы, потому что они верят в коронавирус. Они счастливы, они смотрят это видео, они смотрят эти... телевизоры, думают, о, там стоят скорые, там, и так далее, да, то есть они верят, ну, как бы у них есть какой-то стержень, а я в это смотрю, и я в это не верю, вот, и столько разных совершенно версий происходящего, что голова кругом, вот, но самое поганое, что... можно называть это моим подсознанием там, или чем-то еще, но у меня такое ощущение, что все-таки какие-то происходят воздействия извне. Потому что происходят очень странные вещи, да, с организмом, которые не происходили никогда до этого. Да, когда
просто посреди ночи, на моей рабочей, я привыкла работать по ночам, вот просто как сдавливает голову тисками, начинается в глазах такой калейдоскоп. Вот, то есть это не похоже там ни на давление, причем я, ну, тоже горжусь тем, что я человек здоровый. Я до того, как это все начало происходить, чувствовала себя, наверное, здоровее, чем в 14 лет. Вот. И пережила, в общем-то, много всего прикольного в этой жизни. Ну, вот так вот, чтобы такие были ощущения. Новый опыт, совершенно новый опыт. Друзья, не знаю я, смогу ли я быть больше, в смысле дальше, да, поддержкой для всех, потому что, конечно, каждый пытается по-своему там где-то слить негативчик, чуть-чуть там, чуть-чуть сям, вот, и в какой-то момент просто перебор, потому что я являюсь в данном случае такой конечной точкой, больше сливать не было, все.